Я быдло? Сейчас? Не понял. Да, я скачал русскую озвучку, чтобы с нее рофлить и не читать вам субтитры. И отсюда вытекает вопрос. You speak English? Fuck you! Вставай, заебал ты, ебаный шашлык! Как тебя зовут? My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me... The Doomslayer. Да уж, я бы тебя так не назвал, конечно. Что у нас получилось? Заебись. Четко. На этом моменте игра нам дает создать своего персонажа, и тут для ясности. Так как я уже не молод и юность моя прошла, а на моем канале возраст зрителя начинается от 18, если это не обман, то вы наверняка знаете про данную игру, про спешл, про прокачку и о прохождении. Стоит ли мне в будущем объяснять прохождение и все и про все, как будет в этом ролике, или же делать как обычно в сессионных шутерах? Функции твои в норме, но это не значит, что те пули не превратили твои мозги в кусок толсторожьей какашки. Залезай-ка на кушетку и быстренько прогоним пару. Дальше быстро отвечаем на вопросы, берем начальный буст, берем перк Дикая Пустошь, начинаем игру на хардкоре. Плюс к этому ко всему, я играю на стимовской версии с модами, ссылку на сборку вы можете найти внизу в описании под видео. Пустошь. Мы начинаем наше приключение, ой, блять. Спокойно, Шайен. Не волнуйся, она не укусит, пока я ей не дам команду. Сегодня этой псине суждено было умереть. Тебе придется учиться всему заново после того, что они с тобой сотворили. Что, блядь, происходит? Женщина, я самый лучший ковбой в этом городе, мне нужно настоящее задание. Я тебе вот что скажу. Мне надо отогнать гекконов от наших источников. После такого красноречия мы идем зачищать еще одно логово вместе. Соглашаемся еще на зачистку логова, спасаем даму. Или нет? А после тратим наши гроши на тузич кабаке. Мне похуй. А, ты хочешь на ближнем бою, да? На ближнем бою хочешь, да? На тебе, блядь. По башке, блядь. Тише, тише. Дружок, что с тобой не так? Бей. Молодец. Дайте еще. Динамит! Пустыня поглотила вас. Вскоре погибла и сама деревня. Ебал. Лови динамит! Ай, сука! Ёбаная жизнь. Ты с лазерной винтовкой. Вали нахуй. Дай клюшку. Дай клюшку в руку. Он испарился. Дай. Получи клюшкой. Бля, почему он так быстро бьет? Оп. Друг. Ну вот и все, попался на клюшку. После салуна я встретил эту женщину, отдала мне квест на зачистку этого бункера. И как оказалось, это не обычные подрывники, а подрывники-людоеды. После этого идем зачищать еще одни пещеры с гекконами, при этом получаем лут и экспу. Ой, блядь, школьники, отъебитесь! Блядь! Взламываем местный ПК, как задумано игрой. Ой, да ну нахуй. Рандомный подбор всегда тащит. И тут мое горло говорит всем привет. Оно плохо говорит, оно болит. И мне теперь неудобно записывать
свой голос, потому что она болит. Это все равно был эксперимент, попробовать в таком вот жанре, поэтому всем спасибо, всем пока, увидимся в следующих роликах. Thank you.